Всем большущий привет. Короче говоря, открыл для себя игрушку Factory Town. Очень увлекательная. Ну, в общем, сейчас покажу. Ладно, это всякие советы. А, то есть они мне еще тут будут сейчас подсказки делать. Ну, нормально. Пусть делают, пусть подсказывают. Я, в принципе, 20 часов поиграл. Уже и более-менее ориентируюсь. Ну, как говорится, пусть. Сейчас мы налепим древесины. Потом нам надо будет построить что? Домушку. Вот, кстати, да, надо посмотреть размещение у нас, что по ресурсам-то. Ну, вроде нормально. Дома размещать тоже тут, как говорится, надо, потому что между ними нужно будет поставить фудмаркет, так называемый, ну, рынок еды. Вот. И... Ну, то есть, тут будут вопросы коммуникации, чтобы не перекрывать дороги и так далее и тому подобное. Так, теперь нам нужно добывать продукты питания разного рода. Так, с этим ясно. А, теперь нужно... Ну, допустим, бегают, мы им проложим дорожку сюда. Что там еще они предлагают? Дальше они предлагают нам построить, как она, лесопилка. Опа, 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 опа. Ага, нам надо либо обновить, в смысле усовершенствовать жилое здание. Либо построить дополнительное. Так, нифига. Мало народу, что ли? Ну-ка. Нет, а что-то я не стал читать-то, что не так. Недостаточно популяции? Ци-ци-ци-ци-ци. Стоп. Я, насколько вижу, не хватает камня. Сейчас посмотрим. Или же... Так громко лопает у меня тут. Я, пожалуй, снижу уровень звука общий.
Все равно довольно громко. Ну, посмотрим. Ага. Так, минуточку. У меня, видимо, не хватает людей. Ага, да, точно. Было недостаточно людей. Так, что у нас тут? Ландшафт тут более-менее. Нужно строить. Пока лесопилку я поставлю поближе к лесу. Да, а там будет видно. Так, ребята, вам сюда. Что мы будем производить? Мы можем пока производить только доски. Вот, собственно, и все. Угу. Что нам предлагается? Ага, оттарабанить доски на... склад, на базу, на основную. Иди сюда. Таскай. Молодец. Апгрейд. Пока. Когда у тебя, говорит, ресурсов достаточно будет? Ну-ка, ну вот. Да. Вот, так это мне надо 20 монет еще где-то набрать. Колодец. А зачем мне нужен колодец так вот, в принципе? Если у меня... потребление воды-то... вода еще не открыта. Ну давай, таскай. Нам надо монеток набрать побыстрее. Это что у нас? Помидорки. Немного металла, камень, металл, железо, 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 железо. О, немного угля. Здесь уголь. А, ну, тут, в принципе, есть запасы. Неплохая территория, в принципе, я так смотрю на будущее, что там по рыбе у нас. А, ну вон. Вон он, рыбёх. Ничего, нормально. Хлопок. Яблоки, груши. Здесь можно, кстати, поставить, потом будет лесничего. Так. Я даже не знаю. Может быть, конечно, скучновато. Вот зрителям, как зрителям будет, если без музыки совсем, может быть. Хотя, конечно, однообразная бубнилка. Ну, не знаю, сейчас я сам посмотрю, если меня
достанет, выключу в итоге. Так, что у нас с базой? Не, еще 20 монет нету. Сейчас еще одну монетку притащат. О. Так, вот. Food Market и это мельница. Мельница. Что мне предлагают построить? В итоге. Food Market. Ну, давайте установим Food Market. Он, видите, как, в принципе, его нужно как бы так разместить, чтобы он и дома обеспечивал. В то же время тут такой важный момент. Поставки еды в него. То есть, чтобы... чтобы был доступ нормальный к коммуникациям, то есть чтобы как бы мне так его, пожалуй, я его вот так вот выставлю, потому что потом мы сделаем кухни, что они нам пишут. Ну, так я его поставил. Ну, в общем, потом будут кухни у нас, и из них удобно будет возить автоматом. Еду. Food Market, ну, в общем, продаваться она будет, продукция. Так, а что они хотят от меня? Почему он... Вот я... Вроде бы как поставил маркет близко к... Близко к домам. Или они считают, что это недостаточно близко к домам. А, то есть нужна была коммуникация какая-то с домами еще. Вот дорога, грубо говоря. Так, что нам надо? Нам нужно расширить дома. Так, Grain Mill у нас будет производить муку и прочее. Корм для скота, опять же, поэтому в принципе нам нужно ставить ее с учетом того, что где-то рядом будет ферма. Ферму, наверное, я буду ставить здесь у воды, потому что тут уже растет, как это называется-то, пшеница. Вот. Тогда я строю здесь. Собственно, я могу и поближе поставить, да? Ну, пока построю так,
здесь у нас будет мука. И что мне предлагают? Угу. Мне предлагают гонять муку сюда на мельницу. Пшеницу. И, собственно, продавать потом ее. Делаться. А что это мы не хотим? Не хотим. Ладно тогда. Я что-то не понял. То есть они говорят, что у нас есть. Может быть. А, да, она же на продажу пойдет. Она уже. Ее нельзя, короче, забрать. Да. Так, производственная мастерская. В принципе, ее нужно тоже ставить где-то недалеко от источника древесины. Здесь бы поставить лесоруба. В принципе. Хотя тоже это вопрос спорный. А здесь мы будем пересекаться с фермой, наверное. Наверное. А может быть и нет, а может быть и да. Ладно, тем не менее я поставлю здесь. Вот. Что нам предлагают сделать? Сделать нам предлагают деревянные колеса. Так. Ну, будем ждать, пока они произведут 4 деревянных колеса, и тогда мы сможем изготовить тележку, грубо говоря. Называется он здесь вагон. Но, как говорится, ну вот, наверное. Стоп. Ага. Так. Есть у меня человечек? Есть. Я его сейчас тогда буду гонять с колесами. Кто-то у меня простаивает. Нет, никто не простаивает. Или простаивает. Вроде нет. Понятно, не хватает, говорит, у тебя народу. Ага,
То есть сейчас мне уже нужен такой обработанный камень. Ну, и я, в принципе, что могу сделать в данном случае? Ну, поставлю я еще дом. Пусть будет. Угу, отличненько. Ну да, с этим ясно. А теперь можно сделать такой вот, как бы сделать так, чтобы было удобно-то. Да, вот так. Опять обновлять базу. Нужно еще 4 монеты. О, готово дело. Главный склад. Я так пока и не понял, как его лучше ставить. Ставлю вот так. Вот. Понятно, бревен нет и не надо. На самом-то деле, стопы, сколько у меня колесиков-то? Так, остановлю-ка я пока колеса. Давайте-ка посмотрим. Они предлагают подпродать древесины, что ли? Да. Далее. Давай, говорит, замутим школу. Да, давайте замутим. Школу, в принципе, тоже хорошо ставить там, где будет там, где будет много бумаги и воды. Вот, но у меня нету достаточного количества камней. Что я могу сделать? Ну, они могут просто бегать пока. Ладно. Можно было поставить желоб этот. Но я что-то подумал. Пока пусть побегают. Так. Вот у нас лес. То есть здесь у нас производят планки. Здесь же мы можем поставить добычу, точнее, переработку древесины в бумагу. И у нас она будет довольно близко находиться к
производство бумаги. Ну, я думаю, отлично. Здесь пусть стоит. Так, поставлю я, пожалуй, еще одну переработку древесины. Поставлю я, наверное, ее на перспективу таким образом, чтобы она сразу нам. Это сейчас у нас, в общем-то. Недостаточно ресурсов. Вот. Колодец. На колодец надо 25 камней. Прилично. Приличная сумма, слушайте. Ладно. Так, чего здесь? А-а-а. Вот что они здесь. Ну и ладно. Будет переработка бумаги. Таскайте пока древесину сюда. Нам нужно набрать камней для колодца. Набрали. Опять-таки колодец, опять-таки я поставлю притык. Когда у нас будет конвейер, мы будем прям напрямую снабжать производство бумаги водой. Так, пожалуй, и этот у нас сейчас пойдет таскать воду в производство бумаги. Ошибся, я думал здесь поставить ферму. Ну, в принципе, я ее могу и здесь поставить, это не особо. У нас простаивает телега. Что мы можем предпринять? Возить телеги бумагу в школу, например. Так, что у нас доступно из построек? Бревен. Без бревен как-то не жизнь. В принципе, сейчас рассчитывать, конечно, на эффективность производства не приходится. Насколько я помню, у нас появилась возможность поставить
Лесничего, но, насколько я помню, или нет? Что-то нет. Где Форестер, я что-то не это самое, не помню, как это работает. По заданию. Опа, а у меня нету свободных людей-то. Вот в чем дело. Так. Ладно, сейчас мы сделаем. Ну, либо я могу просто построить дом. Удерживайте, говорит, уровень счастья на 25. Меня сейчас интересует. В принципе, Форестер вообще-то мы изучаем. Должны изучить вообще. Мы изучили деревообработку. Обработку камня. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, ладно, пусть изучит обработку камня. Ладно, пока таскать древесину в склад. А что у меня здесь-то в итоге? Колеса-то мне нужны будут, конечно. Ладно. Ну, будем ждать, пока. Да, пока у нас. Опа. Недостаточно, говорят, у тебя людей. Будем ждать, пока у нас произойдет. Полностью изучение. Так, не напрячь ли мне еще одного парня на древесину? Кто-то где-то. Да.
на самом деле мне сейчас пока актуальнее не пшеница с мукою, а сырье производственное. Телега сразу передает, как только производят. Так, это была ошибочная идея. Мне, оказывается, нужно денег. Мне нужно денег. Мне нужно денег. Так. Давайте пробовать продавать. Поскольку без денег тому никак. Все ясно. Масон, так он будет обрабатывать камни, но вообще-то я хотел бы посмотреть ферму. Посмотреть ферму. Сколько нужно? 50 бумаги. Неплохо. Весьма таки недешево. Так, ну давай скинь туда, потом пойдешь заниматься фермерством. Десять монет за вагон. Это даже не знаю, может быть, мне тележку-то поменять на человечка вот подобным образом, а бумагу человек пусть перекидывает тут рядом, в принципе. Наверное, да. Сейчас посмотрим, какова будет эффективность. Не хочется пока мне тратить деньги на телегу. Даже не знаю, на самом деле. Скорость производства бумаги-то она не очень актуальна. Они снабжают медленно сырьем. Но у меня там людей по двое. Здесь тоже не актуально. Что я могу сделать? Я могу добавить. Не могу. Недостаточно. Чего недостаточно, интересно? А. О. А говорите, недостаточно. Не надо путать меня.
Не понял. Я там количество людей-то уменьшил. Уменьшил. Непонятно. Три обалдуя занимаются камнями. Я, пожалуй, поубавлю. Значит, этого я разгружу сейчас здесь. И пусть он таскает доски. Что у нас? У нас скоро будет готовое исследование фермы. Так, а почему ты спрятался? Красавчик. Ну, еще чуток. Еще чуток. Чуток монеток, чуток и одна бумага. Теперь мы можем строить ферму. Да. И мы можем строить еще животноводческий. Нет? Нет. Почему было написано, что да? Так. Что у нас здесь? У нас здесь, к сожалению, не хватает у нас денег, чтобы сравнять почву. То есть, конечно, будут расходы либо на ландшафтные работы, либо на посадку культур. Здесь тоже, да, выше. Здесь тоже выше. Я рассчитывал на что? Я рассчитывал, что здесь у нас будет близко. Ну, я, короче говоря, попробую поставить ферму, тем не менее, здесь. А, конечно, с одной стороны, я тут экономлю на ко... Ой, как плохо-то. Мне, в принципе, выгоднее колодец построить, чем строить ферму. Так, сейчас. С другой стороны. Нет, пожалуй, я поставлю, скажем так,
ее по-человечески. Вот как-то так. Единственное, что сейчас мы сделать попробуем. Пруд, чтобы у нас... Да, точно. Единственное, что, наверное, я... Ладно, короче, ферму поставили. Будет у нас здесь пшеница. Ее нужно посадить. А где мне взять удобрение прямо сейчас? Это забавный вопрос. Что не так? Все так. Ладненько, ладненько. Томаты мы пока не будем трогать. Ладно, гоняй пока с пшеницей. Ха. Вот это вот любопытно. То есть я, в принципе, ферму поставил, а работать она не может, потому что у меня нет удобрений. Да? Ну, это кожа. Кожа, ладно. С кожей все понятно. Кожи нет и долго не будет. То есть надо ждать теперь, пока не прокачается у нас животинушка, животноводы. Ну ладно. Бумагой, древесиной для бумаги, в принципе, неплохо снабжают. Я, пожалуй, переключу одного на лесопилку. Хорошо. Что-то у меня происходит то ли за окнами, то ли у соседей. Ну, пусть. Довольно-таки процесс-то не быстрый. Может быть, конечно, ускорить. Каким образом? Например.
кинуть камни на пшеницу. Будет побольше, побыстрее приток монет. Слушай, давай ты будешь отсюда таскать. Да, и ты тоже, пожалуй, будешь таскать вот отсюда. Могу я ускорить процедуру? Нет, интересно. Ну, единственное, что, наверное, я могу сделать, и почему бы не попробовать, чтобы они... А, нет. Не мотались далеко. Стоп, 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 стоп. А, второго все равно упустил. Ну так, чуток побыстрее приход сырья на деревообрабатывающий комбинат, скажем так. Нам за древесину дадут деньжат каких-то? Нет, интересно. Опа. Это я не понял. Он прям что? Зашел и пропал. Тогда так. Не, ничего не получается. Ясно. Скоро, скоро. Так, у нас недостаточно количества планок. Пам-парам-парам-парам.
Ну хорошо, сейчас мы посмотрим, что мы можем сделать. Даже не знаю. Наверное, логистику, что ли, попробую для начала. Так, сюда, парень, беги. Не понял. Планки у нас есть. Почему нам... Ладно, не будем спорить. Ну да, мы можем просто тупо взять и построить дом. Ну и ладно. Так, наверное, здесь я не буду далеко его отставлять. Так, вот пусть. Дальше. Я вообще не очень понимаю, нужна ли такая территория? Ну ладно, пусть будет. А что у нас будет производиться тут? Чтобы выбрать для начала такого. Ну, пусть производится молоко, но проблема в том, что нам сейчас придется... Нет, нам придется не сейчас. Сейчас нам придется сделать перерывчик. Мы посмотрим на наш населенный пункт, а то все работа, работа, никак не это самое, не выберешь времени свободного понаблюдать. Вот, в общем, в следующей серии я буду продолжать развивать сельское хозяйство и продовольственную программу. Всем адьос, всем пока, всем здоровья, не грустите, радуйтесь. Пока.